Также сегодня состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Глава правительства Армении искренне поздравил лидера Узбекистана с предстоящим национальным праздником – Днем независимости страны, и пожелал мира, благополучия и процветания нашему народу. Были рассмотрены актуальные вопросы развития двусторонних отношений и сотрудничества в рамках международных организаций. Особое внимание было уделено важным аспектам продвижения практического взаимодействия. Отмечены имеющиеся возможности для наращивания объемов взаимной торговли, реализации проектов, кооперации с активным привлечением деловых кругов и ведущих предприятий, формирование эффективных механизмов для расширения торгово-экономического сотрудничества. Состоялся также обмен мнениями по региональной повестке и углублению диалога в рамках многосторонних структур.